Здравствуйте, мои дорогие друзья, садоводы и огородники. Я Маша Васильева, и вы на моем канале «Сад, огород и зимняя теплица». Это видео будет называться «Сентябрь. Дела садовые. Пятая серия». Приглашаю вас в мой сад. Галина на YouTube-канале спрашивает меня, когда собирать лук-порей, как его хранить и можно ли кушать вот эти зеленые листики. Я в этом году снимаю материал и сделаю видео подробное такое от посадки семян до сбора урожая лука-порей. Но вкратце скажу, что собирать буду в октябре. Это самая холодоустойчивая, морозоустойчивая культура. Я буду отгребать вот эту всю мульчу, этот ров, который засыпала, да, лук-порей, и значит, буду вынимать этот замечательный наш продукт. Значит, листья зеленые я не кушаю, но они все съедобные. Их можно сушить, кто-то в мясорубку, кто-то режет в банке с солью, по-разному его используют. Но это продукт съедобный. И хранят его в подвале, хранят его в холодильнике в пакете, и я храню его в заморозке. Нарезаю кольцами, режу в пакеты и замораживаю. Все сроки созревания у редиса прошли, оставлять его в земле больше нельзя, иначе наш редис просто полопается в земле. Очень много влаги, он переспевает, и, конечно же, лопнет редис и присоединится вторичная инфекция мгновенно. Он уже будет несъедобен. Да и к тому же приближаются уже совсем холодные дни, остаются у нас в грядочке руккола, она уже останется здесь под зиму в качестве мульчи. Конечно, я перед морозами соберу очень много редиса и в полотенце, в холодильнике. Он очень долго, этот салат руккола, пробудет, конечно же. Шпинат остается, значит, в почве. Шпинат, конечно, сейчас вам покажу. Ну, вот как бы с моей ладошечкой, да, ну, вот как бы вот такой шпинат. Можно завернуться, вот такой вот в природном земледелии жирнющий шпинатище. Просто хрустит, когда его кушаешь, аж сок брызжет. Вот действительно можно выжимать из него все соки. Пока еще остаются в земле всяческие редьки. А сейчас мы с вами попробуем заглянуть. Это зеленая редька. Остаются репочки. Они еще растут, они очень холодоустойчивые. Остаются дайконы. Так, дайконы, вот видите, длинненькие. Они тоже еще пока остаются все в земле. Дорогие мои друзья, Нина, YouTube-канал, задает мне очень хороший вопрос. Она говорит: Маш, с листьями, которые томатные там и картофельные чистые, с ними понятно. А если на них есть проявление фитофтор, если они пятнистости, если они вот такие вот, да, не зелененькие, хорошенькие, то их куда девать, кроме если их не сжигать? Все привыкли, что уже просто все все жгут. Я ничего, конечно, же не жгу. У меня все отправляется в компост или в теплую грядку. Я вот без предрассудков вот к этим вот ко всем делам. Почему? Потому что я до такой степени доверяю почвенным жителям. Ведь там не какой-то один вид, понимаете? Вот почвенный житель, какой-то один вид. Нет, конечно же, там их просто, понимаете, это такое просто огромное сообщество, которое, это дрожжи, водоросли, это грибы и микроорганизмы. И вот они все, союзничая друг с другом, просто являются биохимической фабрикой, которая работает как санитар, просто на уничтожение всего плохого, да, и как бы в борьбе со злом, да, и как бы делают нашу почву здоровой и замечательной. А почему я в этом так уверена? Да потому что уже много лет просто-напросто отношу все это в компостку, да, и точно знаю, что работая вот в этой теплой грядке, они повышают температуру такую, когда споры эти погибают. Они, там есть хищники. Это триходерма, это осиная палочка, которые поедают все споры грибов. У них там такой симбиоз, вступая в этот симбиоз, они вырабатывают, не только же перерабатывают это, они еще и вырабатывают, и не только биогумус, но и всяческие ферменты, антибиотики. Они просто оздоравливают почву. И если вы в свою компостную яму или в свою теплую грядку не будете складывать мясо, кости, рыбу, плоть не будете складывать,
выкладывать, а будете только растительное, да, то и там микрофлора будет правильная. А еще очень важный момент, чтобы это были аэробные процессы. Поэтому я и всегда и говорю, на дно укладываем какие-то ветки, да, для того, чтобы там был воздух. Вот чтобы процессы прошли правильные, они должны быть аэробные, там должен быть воздух. И вот эти теплые грядочки все должны быть просто-напросто переслоены. Вот такими вот, да, например. И вот в таких грубых остатках там и как раз и будет воздух. И, значит, там и будут проходить правильные процессы. Я вот сейчас, смотрите, кого нашла. Кого нашла, сразу же давайте знакомиться. Вот это вот не майский жук, это бронзовка. Она полезная, она перерабатывает мертвую органику. Чем она отличается? Бронзовка такая тоненькая, спортивненькая тельца и короткие лапки у нее. У майского жука, у хруща, у личинки, у вредного, который ест корни, у него длинные лапы и жирненькое тельце. Поэтому ты хорошая, иди дальше работай. Вот что я делаю с ними, понимаете? Вот что я делаю. Вот таким вот образом я это все и оставлю почвенным жителям, мои дорогие друзья. И никогда я не боюсь, что что-то получится не так, что чего-то тут, знаете, какие-то процессы начнутся неправильные, там гнилостные или еще какие. Нет, я им полностью доверяю, своим почвенным жителям. Изюминка, картофель. Ну и давайте с вами посмотрим, раз уж мы вот так вот тут близко, да. Сейчас я попробую вам вот так камеру поставить, чтобы вам видно было, что происходит, значит, с растительными остатками буквально за один сезон. Весной здесь были непереработанная компостная куча. Непереработанная. Просто из компостной кучи все сюда было сложено. Все. Вот во что превратилось. Сплошной гумус. Это что-то нечто рыхлое и прекрасное. Вот такое вот рассыпчатое. И вот так я поступаю на картофельнике на большом. Все, что я у земли забрала, я всю земле вернула назад. Еще и сидератов насажу. Ну, наконец-то дошли мои руки до малины. Конечно, малину можно обрабатывать сразу, как только вы сняли урожай малины. Но и сейчас прекрасный момент, когда можно поухаживать за малиной. В общем, это никогда не поздно. Вырезать старые ветки, которые уже будут только мешаться. И будут загущать наши посадки. А следовательно, будет мало света, мало воздуха в малине. В общем, малина у нас, корень у малины многолетний, а сами стволики двулетние. Ствол, который вырос в этом году, он созревает, а на следующий год он плодоносит. А тот ствол, который отплодоносил, его мы после плодоношения удаляем. Вот и вся арифметика. Вот так выглядит до обработки малина. И вот таким вот образом после обработки редеет, конечно же, очень заметно. Сейчас покажу очень близко, что же такое старый стволик, который удаляют, и что такое молодой стволик, который нужно оставить для урожая на следующий год. В общем, во всем этом многообразии, безобразии и просто, я не знаю, как еще назвать, какими словами, у вас будут расти вот такие стволики. Значит, один будет вот такой вот ствол зеленый, и листья такие крепкие у него, а другой уже совсем одревеневший, который уже вот с такими сухими плодами или остаточками, да, вот таких вот ягодок или цветочков. В общем, ствол, который задервенел, он уже у нас второгодочка, он отплодоносил, и теперь он будет просто засыхать, он будет просто создавать загущенность. И такой ствол мы отрезаем, а оставляем только стволик вот такой вот зелененький, молоденький. Эти молодые зеленые стволики, верхушечки я подрезаю. Приблизительно я
и моя вытянутая рука. Это я делаю для того, чтобы спровоцировать рост боковых побегов. Плодоношение будет, ну, больше, нежели неподрезанный. Ну и, конечно же, такой стволик не будет клониться к земле. Он будет просто стоять. И ягодки будут чистые. Ведь мы же не можем подвязать каждую веточку малины. Также я удаляю все малины, которые называются ведьмина метла. Вот таким пучком растет тонкий-тонкий куст малины. Ничего ждать от него не следует. Вот это все не вырастет, это все так и будет стоять, вот как вот метла. Вырываю прямо с корнем. Или не, если не поддаются, подкапываю лопаткой и просто-напросто удаляю. Также подлежат удалению вот такие вот недоразвитые веточки малины. С нее вы тоже ничего не получите, а питание она будет у куста забирать. Поэтому тонкие, мелкие все удаляются, остаются только жирные, мощные побеги. После обработки, после стрижки малины, омоложения малины, можно по-разному назвать, да, эту процедуру, обязательно обрабатываю каким-то инсектицидом против вредителей. Это могут быть децис, фуфанон, что-то химическое, потому что малину любят такое количество вредителей, что ни в сказке сказать, ни пером описать, перечислять их все не буду. Это целое отдельное видео. Но поверьте, что обработка поздней осенью и ранней весной, когда стает снег, очень сильно снижает их популяцию, и малины будет урожай хороший. Если у вас на листьях малины просто стихийно находится какая-то пятнистость непонятная, ну, в общем, поражена грибными заболеваниями, то было бы хорошо в инсектицид добавить еще и ампулу топаза или топаза, кому как удобнее слышать. И это медь, содержащий препарат, который прекрасно борется с такими заболеваниями, с грибными, подавляет очень сильно рост и споры этих грибов. Все, что сейчас био, для этого уже холодно, поэтому сентябрь месяц, когда ночью вот такие холодные, то фитоспорин уже плохо будет работать. Сейчас нужно медь, содержащий препарат. Друзья мои, я обрабатываю черную смородину, красную смородину и малину обязательно под зиму. У меня топаз и плюс танрек, инсектицид и средства от болезни, медь содержащие, для того, чтобы не было мучнистой росы, пятнистости и, конечно же, почковый клещ, листовертки и прочие-прочие гадости. Без этой процедуры у меня ягод не бывает. Все поражается вредителями. Сушеные яблочки, груши, а вот это терновая слива. В компоте она дает оттенок вишни, очень вкусный. И не нужно покупать никакие сухофрукты, все свое. И грибочки. Помогает сушилка «Суховей». 1000 лет уже служит верой и правдой. Сушеные фрукты и грибы храню в стеклянных банках. Возможно, вы обратили внимание, что растения я не вырываю с корнями, а отрезаю секатором вот так вот столбик и оставляю корень в земле. Это я делаю, опять же, для наших почвенных жителей. Дело в том, что они просто обожают жить возле корней. Им это так нравится, это очень хорошо, потому что корень они и питают, да? Через корень питается растение. Дорогие мои друзья, вот этот корень сгниет, и вот это то, что внутри система корневая, целое дерево разветвленное, да? Это все исчезнет, переработается нашими микроорганизмами, а ходы и поры останутся. И вот эти ходы и поры, это будет новыми ходами для растений в следующем году. Уже подготовленные, уже с питанием. Все, что там необходимо для растения, уже поджидает, потому что предыдущие корни и микроорганизмы подготовили место для новых растений. Эти корни оставляю для микроорганизмов и для структуры земли.
Отвечаю на вопрос Татьяны ВКонтакте. Она меня спрашивает: подскажи, пожалуйста, а что такое техническая и биологическая спелость перца? А вот вы наверняка в супермаркетах видели такие перцы-светофоры. Там есть и красные, и желтые, и зеленые, да? Так вот, красные и желтые – это перцы, которые уже находятся в биологической спелости. А зеленый еще просто не поспел. Вот видите, он спеет. Видно, что у него техническая спелость зеленая, а биологическая желтая. Вот у всех техническая спелость зеленая. Ну и бывает еще техническая спелость белая. В основном у желтых сортов или оранжевых. Итак, техническая спелость – это перец, который можно кушать, но он еще не совсем поспел. Биологическая спелость – это когда дозаривается зеленый перец. Ну и завершающим сбором урожая укропа, конечно же, это последний сбор укропа в сентябре месяце. Вот такие вот прекрасные пучки. Теперь уже весь укроп я снимаю, потому что МЧС передают нам морозы, устойчивые до минус 3, ночные. А это означает, что наш укроп просто может весь почернеть в одночасье. Дорогие мои друзья, вот такой он получается замечательный, красивый и пушистый. Сажайте укроп на здоровье. Это продукт вкусный, полезный и освежающий. И обратите, пожалуйста, внимание, что я срезаю укроп и оставляю все корешки 10 сантиметров. Это почвенным жителям моим на зиму. Они обожают не только мульчу, но еще и обожают находиться возле корней растений. Это их излюбленные места. Поэтому все для моих помощников, они для меня, а я для них. У нас вот такая вот любовь. Первый морозец бахнул по кабачкам. Самые такие неустойчивые они. И, в общем, листики, конечно же, так потемнели. Мучить больше растения не стоит. Я сняла все кабачки и листики подвернула вот сюда, в теплую грядочку. Не вырывала растения с корнем, чтобы корни остались почвенным жителем. Все оставляю здесь до весны. Весной от них не останется даже и следа. Ну, может быть, какой-то след останется. Марина ВКонтакте задает мне вопрос. У нее очень маленький огород и негде сделать компостную яму. И она складирует все в бочке послойно, потом все выносит это в грядочки. Она спрашивает меня, а каким образом я решаю вопрос зимой с пищеотходами? Куда я их деваю и как я их выношу? Марина, я не знаю, живете ли вы в городе, а, например, как на дачу перевезти, тогда я вообще не знаю, потому что я в городе уже просто фактически не бываю, я почти всегда на даче. И у меня, конечно, вопрос решается очень легко. На веранде стоит ведро 15 литров с крышкой плотной, туда мы складируем. Там очень холодно, никогда нет никакого запаха. А когда ведро накопится, мы относим в теплую грядку. В общем, к чему я подвожу? На мой взгляд, самый такой вариант, самый лучший – это делать короба. Вот такие грядки-короба. Тогда вам не нужно будет никакой компостной кучи, а у вас просто будет накапливаться вот такая теплая грядка-короб, да, в которой потом будет просто прекрасная гумусная земля, изумительная, великолепная. Как она только заполнится, и вы уже будете с ней работать, да, можно сделать следующий короб и так постепенно перейти на это. Я не могу вам рекомендовать никакие, например, там бачки или там в пакеты. Почему? Потому что мой опыт не очень мне этот понравился. Я пробовала в пакетах складировать. Это получилось без кислорода, как силос, понимаете? Вот это заквашение какое-то получилось. Все вонючее, азотистое. Кошмар. По мне кошмар. Мне нравится, когда идут процессы именно аэробные с кислородом. Тогда никаких запахов не бывает, а земля превращается в пушистый гумус и пахнет лесной землей. Никаких запахов просто нет. Но для этого нужно именно соблюдать вот такие вот важные условия. Необходимо складировать
на дно ветки такие толстые, например, срезанную малину там, или срезанную смородину, да, а дальше начинать укладывать пионы, флоксы, все это немножко пересыпать земелькой, пищеотходы. Обязательно должно быть что-то немножко сухого, какого-то вещества, там, да, сено или какие-то листья осенние, вот такие вот, да, коричневые. То есть сухая трава с зеленой травой и немножечко земли. Не надо слоев делать 10-сантиметровых, ни в коем случае. Достаточно просто сыпануть, да, из компоста, где есть микроорганизмы, и все, и процесс пойдет замечательно. И так вот перекладывать эти слои. Один год, и у вас уже просто гумусная земля в теплой грядке. Алисум отдохнул недельку, и открылось второе дыхание. Он просто начал опять буйствовать и источать запах меда. Да чего же шикарный! Алисум! А если это видео вам понравилось и было для вас полезно, то поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. И смотрите мои следующие видео про сад, про огород, про зимнюю теплицу, про рассаду, про природное земледелие, да и про жизнь за городом вообще. Берегите себя, всем любви и счастья. Пока-пока.